В эфире служба новостей «Саров-24» в студии Ксения Пенова. Здравствуйте. Смотрите сегодня в выпуске. Платим по-новому, что изменится в схемах расчета стоимости коммунальных услуг. Подарок для мам. Во Дворце детского творчества продолжается проект «Читаем вслух». Женские заплывы в «Дельфине» прошли соревнования, приуроченные к 8 марта. Далее расскажем по всем подробно. Дома, которые обслуживает центр ЖКХ, перейдут на расчет коммунальных платежей по принципу «месяц в месяц». Переход на новый порядок расчетов произойдет в ближайшее время. Жителям придется оплатить двойной объем за прошлые и текущие месяцы. О причинах такого решения и новой схеме рассказал директор Саровской биллинговой компании Ирина Баталова. Жителям домов, которые обслуживает МУП-центр ЖКХ, показания по воде и электроэнергии нужно будет сдавать с 22 по 25 число, а оплачивать услуги до 10. Причины перехода на систему расчета месяц в месяц – большие кассовые разрывы. На текущий момент наши абоненты, наши жители оплачивают за потребленный ресурс месяцем позже. Это касается только тех, у кого есть индивидуальные приборы учета – холодной воды, горячей воды и электроэнергии. То есть за объем, который они потребили у нас, например, в январе, они расчет производится в феврале, и оплата, соответственно, произойдет только в марте месяце. Постановление правительства Российской Федерации о предоставлении коммунальных услуг собственникам четко говорит о правах и обязанностях потребителей, что при наличии индивидуального либо коллективного прибора учета абонент обязан передавать показания приборов учета не позднее 25 числа расчетного месяца. В момент, когда произойдет переход с одного типа расчета на другой, потребителям придется одновременно оплатить услуги за 2 месяца. Это будет касаться только горячей, холодной воды и электричества по счетчикам. У тех, кто оплачивает ресурсы по нормативам, ничего не изменится. Например, двухкомнатная квартира, в которой зарегистрированы 3 человека. Достаточно приличный объем потребленного ресурса – 6 кубов горячей воды, 9 холодной. В среднем у них вырастет начисление на 750 рублей. И электричество – 160, то есть в среднем рублей на 900. Женщина одинокая, одна в однокомнатной квартире, увеличится на 300 рублей. То есть расчет. Но это только один раз. Саровчане, имеющие право на льготы, переживают, что изменится сумма и процесс получения ежемесячной денежной компенсации. Так как сумма ЕДК в любом случае по счетчикам проходит месяцем позже, жители уже пенсионеры все это знают, то есть в месяце, в котором будет следующим после выставления данного объема за два месяца льгота им будет пересчитана. Из-за большого количества обращений и вопросов от клиентов переход на новую систему расчета произойдет не в марте, как анонсировалось, а позже. Информацию о точном месяце, когда изменения вступят в силу, сообщат заранее на оборотной стороне квитанции. Дарья Козина, Евгения Шевцова, Александр Мальков, служба новостей Саров-24. Переход школ на 5-дневку планируют в Нижегородской области. Разработать рекомендации по изменению режима учебы поручил губернатор Глеб Никитин министру образования, науки и молодежной политики региона Ольге Петровой. Некоторые школы в регионе уже работают в таком формате. Как правило, речь идет об учебных заведениях с обычным режимом нагрузки. Вместе с этим есть еще лицеи, гимназии, школы с углубленным изучением отдельных предметов. Для них требуются дополнительные рекомендации. Современные методики и технологии образования должны позволить совершить этот переход, сказал Глеб Никитин. Он отметил, что в любом случае решения по каждой школе должны принимать индивидуально, учитывая позиции педагогического коллектива и родителей. Глава региона подчеркнул, что суббота может быть днем дополнительного образования. Как отметила министра Ольга Петрова, в Нижегородской области работа по переходу школ на 5-дневку началась в феврале. Напомним, ранее председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила о том, что всех российских школьников необходимо переводить на 5-дневную учебную неделю, чтобы они могли больше времени проводить с родителями и уделять внимание физическому развитию. По ее словам, каждый ребенок должен иметь время для игр, прогулок на свежем воздухе, чтобы он мог, кроме уроков, посещать кружки и творчески развиваться. При этом председатель Совета Федерации напомнил, что вопрос введения такого распорядка для школьников находится в ведении регионов и самих школ. Правительство запускает программу поддержки малого и среднего предпринимательства, пострадавшего в пандемию. Начало приема заявок 9 марта. Кредит будут выдавать по 3% годовых. При этом в первые 6 месяцев не нужно погашать ни долг, ни проценты. Во втором полугодии это можно будет делать равными долями ежемесячно. Размер кредита будет зависеть от количества сотрудников, занятых в организации. Максимальная сумма – 500 миллионов рублей. Подробности на сайте правительства Российской Федерации. Другая важная информация в подборке коротких новостей.
Отделение почтовой связи изменит график работы из-за предстоящего праздника. 7 марта они закроются на час раньше, 8 марта – выходной день. 9 марта отделение Почты России будут работать в обычном режиме. Уточнить вопросы, связанные с доставкой пенсии через почтовое отделение, можно в службе клиентской поддержки по бесплатному телефону 8 800 1-3000. Узнать график работы почтовых отделений или найти на карте ближайшее открытое отделение можно на сайте почта.ру или в мобильном приложении. В детской поликлинике есть бесплатные путевки в санаторий «Юность» города Ессентуки и «Салют» Железноводска. Оплатить нужно только дорогу до места проживания. Заезды с 8 апреля по 28 апреля. Желающие могут обратиться с заявлением к заведующим отделением детской поликлиники по месту жительства или по телефону 90570. Стартует всероссийский конкурс «История ГАИ. История страны». Его проводят в преддверии празднования 85-летия со дня образования Госавтоинспекции России. Участие в конкурсе могут принять все желающие. В работах необходимо отразить трудовую деятельность сотрудников ГИБДД. Работы принимают до 30 апреля на адрес электронной почты конкурс@стопгазета.собака.mail.ru. Авторский букет бесплатно. Редакция канала 16 и творческая мастерская галереи цветов запускает розыгрыш к 8 марта. Стать его участником очень просто. Нужно быть подписчиком официальной группы нашего канала и галереи цветов во ВКонтакте. Победителя определим 5 марта. Он получит авторский букет. Галерея цветов – это место для особенных людей. Здесь говорят «нет» безликим букетам и дежурным цветам для галочки. Отказываются от массового подхода и работают с теми покупателями, для кого важно через цветы рассказать о своих чувствах и отношениях. Заказать букет можно по адресу проспект Ленина, 22, или по телефону 8-903-604-78-67. Ну а выиграть в нашем конкурсе. Все подробности в группе канала 16 во ВКонтакте. Для любимых мам в Дворце детского творчества продолжает свою работу проект «Читаем вслух». В этот раз навыки выразительного чтения продемонстрировали мальчики-школьники и их папы. Они читали строки из прозаических произведений и стихи о женщинах. На самом дне загремела шкатулка. Борька присел на корточки, отец потрепал его по плечу. Ну что ж, наследник, разбогатеем сейчас. В шкатулке бабушка оставила внуку особое наследство. Теплые варежки, пакетик с леденцами, перевязанный красной лентой, и записку. Внуку моему Борюшке. Мальчик схватил пакетик и бросился бежать прочь. Его это сокровище тронуло до глубины души. Рассказ Валентины Асеевой в зрительном зале слушали с замиранием сердца. Один из рассказов мне, когда я подбирала материалы, настолько запал в душу и сердце, что я думаю, вот это мы будем читать по-любому. Даже если всего три пар заявится, мы все равно этот рассказ прочитаем. Он называется «Бабка». И он очень щемящий. Он такой про нашу жизнь. Читать вслух мамам в канун женского праздника во Дворце детского творчества уже стало доброй традицией. Папы с сыновьями раньше поздравляли их стихами или веселыми рассказами. В этом году подобрали более серьезные произведения. «Задумчивые» — так назвала их Светлана Михайлова Листрым. С их помощью участники проекта пытались показать, насколько нужны и важны для них мамы. Нам очень понравилось. Интересное занятие, при том, что это приурочено к дню 8 марта для милых наших мам. Вот, готовились. Выступает у меня сегодня сын, вот, соответственно, со мной. Немножко даже волнительно, но я думаю, мы справились с поставленной задачей и с великолепием поздравим наших мам с наступающим 8 марта. С импровизированной сцены звучали советские рассказы Анатолия Алексина, Валентины Асеевой и Бориса Емельянова. Завершил вечер Артем Христолюбов авторским стихотворением Светланы Михайловой Листрым «Блеснет в капеле радуги фрагмент». Анна Пилипец, Евгения Шевцова, Сергей Рябов, служба новостей, Саров-24. Первый после пандемии концерт в очном формате прошел в детской школе искусств. Солисты и хоровой коллектив «Беркана» исполнил трогательные песни для своих любимых мам и бабушек. На праздничном концерте побывала наша съемочная группа. Снова рассвет и снова развеются эти волшебные сны. Но дети верят, дети надеются, что будут мамам нужны. Все свои внимание, заботу и тепло сердец воспитанники детской школы искусств в этот вечер дарили прекрасной половине человечества. Трогательные и веселые песни для самых близких и родных мам, бабушек и сестер ребята исполнили накануне 8 марта. Мамочка моя милая, самая красивая. Концерт ребята готовили с особым трепетом, подбирали репертуар, продумывали образы и сюрпризы. Алексей Федин исполнял сольные хоровые композиции с большой ответственностью. Все свои выходы на сцену он посвятил маме. Очень важно исполнять такие концерты, потому что когда человек поет песню самому дорогому человеку,
то он как бы дает этому человеку крылья, радость, счастье. Праздничный вечер стал вдвойне приятным событием для семьи Афониных. Дочка Василина уже завсегдатай на выступлениях в городе и за его пределами. А вот сын Потап впервые вышел на сцену. Наконец, после такого долгого, затяжного отсутствия каких-либо концертов, мы собрались всем коллективом родителей на такой концерт. Очень приятно видеть и подрастающие новые поколения, потому что коллектив очень изменился, очень много новых детей. И посмотрите, какие они все счастливые, радостные, талантливые. В преддверии праздника 8 марта, ну, это счастье, счастье. Огромное спасибо Анжелике Анатольевне, что она, ну, собрала это все, потому что это, конечно, титанический труд. Женская половина зала не ушла с пустыми руками. Воспитанники детской школы искусств преподнесли всем дамам бумажные тюльпаны, которые дети смастерили специально для праздника. Дарья Козина, Артемий Глазков, Сергей Рябов, служба новостей, Саров-24. Воспитанники отделения плавания спортивной школы ИКАР поборолись за победу на ежегодных соревнованиях, посвященных женственному празднику 8 марта. На старт состязаний вышли совсем юные девочки и девушки, которые уже давно занимаются плаванием. Участницы проплыли дистанции 50 метров брасом и кролем. Подробнее о соревнованиях расскажем в следующем репортаже. В преддверии 8 марта в бассейне «Дельфин» прозвучали стартовые свистки для девушек. Традиционное состязание на скорость преодоления водной дистанции посвятили памяти кавалера Ордена Мужества Вячеславу Липшеву. Турнир для саровчан стал первым домашним соревнованием в этом году и своеобразным отбором перед грядущими выездами. Мы делаем простартовочку перед чемпионатами первенства области. Небольшой делаем отбор девочек в команду города. Смотрим результаты и думаем, над чем работать дальше, для того, чтобы совершенствовать их. В первый день турнира пловцы состязались в 5 возрастных категориях по 50 метров брасом и вольным стилем. Соревнования стали знаковыми для спортсменок 2012 года и младше. Они впервые ощутили конкуренцию и азарт состязаний на заплывах. Несмотря на это, спортсменки сумели справиться с волнением и показать достойные результаты. Страшно, переживают, не знают, как это проходит. Ну, такой волнительный момент для этих девчонок. Мы их немножечко поздравили. Тренерский состав мужской написал им грамоты. Они, я думаю, очень рады этому. Сразу после праздника саровским пловцам предстоит продемонстрировать свои способности на чемпионате и первенстве Нижегородской области. Они пройдут в Дзержинске с 10 по 12 марта. Дарья Козина, Константин Островский, Александр Мальков. Служба новостей, Саров-24. На дворе весна. Это значит, что совсем скоро на смену теплым курткам и шубам придут элегантные стильные пальто. Подобрать подходящую модель можно на выставке продажи пальто от российских фабрик. Она будет работать с 5 по 7 марта в Ледовом дворце. Время, когда пальто было всего лишь теплой одеждой для холодного времени года, давно в прошлом. Сегодня пальто – это стильная часть любого образа. Приталенные, свободные, любых цветов и оттенков. Объединяет эти разнообразные модели главное – их высокое качество. Все изделия, представленные на выставке продажи, сшиты на известных российских фабриках – Московской Симпатика, и Кейседа, и Нижегородской Сезон. Очень большой выбор, большая гамма цветов – это раз. Пальто теплое. Ткани используются только натуральные. Это шерсть, вискоза. Ну и частично используется полиэстер в большом количестве. Есть на выставке продажи и пальто из плащевой ткани. Такие идеальны для поздней осени и даже для зимы. Они легко заменят шубу в вашем гардеробе. Утеплитель, который используется в изделиях, делает эти пальто невероятно теплыми и в то же время легкими. На него у продавца есть соответствующие сертификаты качества. Здесь используется по финской технологии термофин. Он очень легкий, этот утеплитель, очень теплый. Он даже использовался у нас в космической промышленности для космонавтов, потому что он очень теплый и очень легкий. Одно из главных преимуществ этой выставки продажи – здесь представлен полный размерный ряд. От 42 до 68 размера – демисезонные, и до 70 размера – пальто из плащевой ткани. Выставка продажи пальто российский фабрик работает с 5 по 7 марта. Вас ждут в Ледовом дворце с 9 утра до 19 вечера. И это все, о чем мы успели рассказать сегодня. Следите за новостями города в группах канала 16, социальных сетях ВКонтакте, Фейсбук, Одноклассники. Подписывайтесь на наш канал в Ютубе и смотрите все информационные выпуски, авторские программы в удобное для вас время. В студии работала Екатерина Апенова. Всего вам доброго и хороших вам новостей.